кто кушает кашу по утрам, тот поступает мудро. Мутно. Мутно. Кстати, напишите, кто ест кашу, потому что каша это the best of the best of the best. У нас все по стандарту, пока Пашка монтирует, я позанимаюсь. И эта тема была для вас актуальна. Кстати, Пашка тоже занимается, просто... Почему для всех это актуальная тема моих шорт? Чего мне нравится в моих шортах? Да, я в них уже лет 10 хожу, и что? Пишут мне, блин. Типа, время идет, а шортики, а? Ну, на самом деле, протерлись уже, конечно. Не, ничего не говорю, ну что, для дома нормально, что вы, блин, на меня вообще? Да, знаете, не в трусах ходят, в них никаких же, ладно. И эта тема была реально для вас актуальна. Очень много кто писал то, что тоже хотят похудеть к лету. Почему я постоянно худею только к лету? А зимой я толстая. Это очень странно. Но сегодня будет вторая тренировка. Немножечко так вставлю вам, что я делаю. Может быть, кому-то это будет полезно. Сначала не забудьте размяться. Быстрее переворачивай, еще успеешь. Сидит со мной, видео сегодня смотрит, которое я смонтировал сегодняшнее, и опять. Блин, Настя, это походу уже проблема не шоколадный, как вчера. Не вокруг, а вот она. Понимаете? У нас опять шоколадный. В этот раз не сырники шоколадные, в этот раз руль. Что у нас? Прости меня, пожалуйста, и разводись со мной. Капец. Я плохая жена. Настя, это вообще телега, реально прям. Друзья, самое сложное это выбрать картинку и название для видео. Вот сидим по полчаса, придумываем, какое все-таки будет картинка и какое будет все-таки название. Ненавижу, просто ненавижу. Вообще пуканы горят. Сначала выбираешь название, потом не можешь подобрать под него картинку. Потом выбираешь картинку, не можешь подобрать под него название. Спасибо всем тем, кто приходит, несмотря на картинку, на название, просто приходит и смотрит нас каждый день. Спасибо, спасибо. А сейчас мы едем. Мы едем по поводу костюмов, про которые я вам говорила когда-то для девочек. И многие, кто из вас писал, что им понравилась эта идея. И сейчас будем выбирать цвет вообще, фасон. И все вам расскажем, спросим у вас еще раз мнение, да? Да. Погнали. Мы решили сделать свитшоты без капюшона, просто свитшоты. Девички. И, да, девичьи. И завтра вообще, надеюсь, завтра решится, какой у нас будет цвет. Голосуйте ВКонтакте, какой вам больше всего цвет понравится, потому что мы пока не знаем, какой из этих вообще получится сделать. Короче, Настя определилась, ей понравились несколько цветов. Теперь ваша задача выбрать все-таки один первый свитшот, который мы сделаем. Голосование будет в нашей группе ВКонтакте, есть ссылка в описании. Девчонки, обязательно перейдите, помогите Насте, да? Пожалуйста. Ребята, бомба! Бомба! Ложись, бомба! Он выполз такой и лег. Пополз даже. Червячок. Червячок. Оп! И дыши. Теперь можно.
Мы, конечно, пытаемся вам все преподносить с позитивом, но иногда, если честно, мы очень разочарованы в нашей стране. Да, особенно, когда я вчера пошла в Сбербанк, и рядом там лежал около банкомата бомж, и мне надо было снять деньги. Я чуть не выпила, я просто не могу. На улице-то ладно, да? На улице-то ладно. А в помещении? Сбербанк, ну делайте что-нибудь, пожалуйста. Почему у вас бомжи-то там? Должны прийти посылочки с Алиэкспресс, только мы не знаем, что должно прийти. Это сюрприз для нас. Заказывали давно и ждем. Последующий. Сейчас покажем, что пришло уже в нашей посылке, а также покажем те товары, которые мы заказывали совсем недавно. Мы, в общем, решили вам показать товары, которые, в принципе, мы заказывали недавно, чтобы... Раз уж распаковываем одну, расскажем вам обо всех наших покупках с Алиэкспресс за последнее время. Погнали! Чего у нас здесь? Я знаю, тапки-говняшки. Да, смотрите, они уже там улыбаются. Настюха. В целом уже нормально, сейчас мы им носики только вверх поднимем. Так, вот. Оп. Ну такие две говняшечки у нас. Короче, как мы? В принципе, нормальные, по качеству нормальные. Ну-ка, сейчас мы их хотим. Смотри, на меня даже нормально. Это самый большой размер, который там был, мы заказали. Прикольно. Короче, вообще огонь. Какашка. Тапочки-говняшечки. Тапочки-говняшечки. Супер. Я думаю, что у каждого дома должны быть тапочки. И если уж тапочки, то это точно говняшечки должны быть. Какие еще могут быть тапочки, а? Также недавно я заказывал специальную штучку для бритья. Сейчас вы это все видите, картинки, видео. Вот именно так она выглядит. На самом деле с ней очень удобно бриться. И это я тоже заказал для себя. Настюхе меньше выбирать. Да, волосы. Это, кстати, очень большой плюс. Потому что когда Паша бреется, просто вся ванна в его маленьких-маленьких таких противных волосиках. Короче, мужчины, пользуйтесь такой фигней. Покупайте тоже на Алиэкспресс. Ссылка в описании. Носки супергерои! Сейчас к нему подведите, покажу. Да, еще недавно мы заказали носочки супергероя, они очень веселые, вы сейчас тоже видите, как они все выглядят, все на Насте они выглядят уже вот так. Сразу же говорим, то, что это маленькие в основном носочки, то есть рассчитывайте на то, что это... Да. Вот так, нормально. Рассчитывайте на то, что это будут носочки для вашей девушки больше, чем для парня, для какого-то, или, в принципе, девушки заказывают для себе. Ты где-то одну пару себе нормально натянул. Короче, они все разного размера будут. Да, это если вы закажете по 14 штук. Если по одной штуке, то там уж как повезет. Так. Ну, естественно, все любят чехлы. Вот. Моя последняя покупка – это чехол вот такой вот, камуфляжный. У меня вообще много камуфляжных шмоток. Сейчас у меня камуфляж уже вот здесь вот, поэтому я этот чехол не ношу. Но если у вас немного камуфляжных шмоток, то обязательно чехол для парней. Мне очень нравится, он очень противозащитно-ударно и подобные рода вещи. А у меня вот такой вот чехол недавно пришел. С такими штучками можно так сидеть и залипать. Он на самом деле прикольный, даже но, я позалипал. Кстати, у него вот этот вот корпус, он такой прям прочный. Из дорогих наших покупок, да. Допустим, я считаю, что мужские часы должны быть либо очень дорогими, либо спортивными, и типа вот как от Xiaomi или, допустим, от Apple. То есть это часы, которые не такого формата, не стандартного. Вот. Мне очень нравятся часы вот эти вот Xiaomi. У них есть время быстро посмотреть, дату, это у меня вообще болезнь. Сколько шагов я сегодня отшагал, мой пульс можно померить. То есть как спал, сколько... Они замеряют, да, как ты спал. Ты можешь посмотреть, сколько у тебя фаз сна было, сколько ты там поспал сегодня, завтра и вчера и так далее. То есть будильник. Нет. Да, у них очень крутой будильник, который вибрирует, получается, по руке. Ощущение, что тебя кто-то будет и просто дергает. Он будет еще и меня, да и Пашу. Вот так вот, так что отличный будильник. Еще плюс этих часов, когда вы сидите или лежите, ничего не делаете, то часики вам показывают и вибрируют, что вы должны что-то сделать, какую-то активность, там, не знаю, да, отжаться, них... поприседать, побегать. На них появляется такой, короче, значок, что чувак встает типа со стула и идет. У меня часто я засижусь за компом, поэтому для меня это вообще must-have. Кому еще нужно, обязательно покупайте вместо обычных часов вот такие вещи. Мне очень понравились 30 дней от зарядки. Шикарно.
А ты, Настя, что себе купила? А у меня не такие дорогие часы, они просто такие часики. Такие вот женские, красивые, утонченные часики. Кстати, на картинке у них циферблат был побольше, я думала, будет побольше, но пришел вот такой маленький, миниатюрный. И если честно, то он мне нравится, потому что смотрится так женственно, утонченно. Я заказала в голубом цвете. Мне нравится. В принципе, вот, сегодня мы решили рассказать вам о немногих покупках наших с AliExpress. Как мы говорили, на каждый из этих продуктов вы найдете ссылочку в описании. Да? Подняшечки наши. Напоследок, как всегда, мы вам посоветуем фильм сегодня. Сегодня мы вам посоветуем фильм «Иностранец». Он одновременно сильный, интересный. И вообще, Джеки Чан, мне кажется, там вообще сыграл новую роль. Потому что всю жизнь снимался только Хия, вот это вот. А здесь мне очень понравилась его роль и то, как он ее сыграл. И сам фильм по себе очень душевный, интересный, поэтому... Знаю. А вы? Иностранец. Подписывайтесь на наши инстаграмы, подписывайтесь на наш канал. И сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Пока-пока. Всем пока, друзья.